Привет, друзьяшки. У нас очередной пакет идет вот такой вот с AliExpress. Здесь у нас должны быть лаки. Это, опять же, относится к девчонкам все, к их красоте, к их ноготочкам. Так, будем вскрывать. Кстати, извиняюсь, что перед тем, как вскрывать, китайчик оценил фокус. Фокус китайчик оценил аж в 1.44 доллара. Ну, здесь у нас по идее несколько лаков. И будем сейчас смотреть, что у нас здесь пришло. Ёхана бабайка, сколько тут всего заказано. Кстати, это все заказано по бесплатному посреднику. Ля как все. Born Pretty. Здесь что у нас в каждом комплектике? Это так подозреваю какие-то туши, красотушки, тушки-красотушки. Это какие-то, это по идее сыпучки здесь. Я их вскрывать не буду, потому что они будут, ну вот видите, вот такие вот как сыпучечки, красотучечки. Я их запакую обратно, сейчас буду просто доставать, смотреть, какие цвета. Если сейчас плохо видно, прошу прощения, я в конце ролика приложу фотографию уже с цветами, с нормальными, как они будут выглядеть. Даже, может, успею у девочки попросить, чтобы она мне приложила фотографии, как это все выглядит на теле. То есть, куда это правильно применяется. Так, здесь у нас их 1, 2, 3, 4, 5, 6 цветов. Здесь еще такой color gel. Так, gel polish. Так, это по идее уже у нас такой план гель был. Это типа базового клея или клей поверху клеится, который... Сейчас откроем, посмотрим. Тут, кстати, порт номер есть. Кому надо, сканируйте QR-кодик, посмотрите, может, выйдите на магазин на Алиэкспрессе. Ну, ссылка на товар, я говорил, будет указана в описании. Здесь такой вот цвет непонятный, переливной, так сказать. Это есть. А вот это что, что за штука? Cat, yes. Кошка чего-то там мы... Давай так. Что-то нам, это нам подгончик или это было заказано? Я уже что-то не помню. Так, Magic Board. Чего-то там для чего-то там. Это то ли магнит, то ли фиг его нафига. Но надо, не знаю. Кстати, кто шарит, напишите, что это за вещица и для чего она нужна. Я так подозреваю, это тоже что-то связано с маникюрами. Так, это мы откладываем. Так, тут у нас Bon Petty. Сейчас попробуем. Кисточки доставать не буду, буду доставать сами лаки. И розовенький. Так, есть вот такие вот цвета. Их много разных, видите. Но за вот это вот все, давайте сейчас все достану. Даже если там 3-4 доллара, как бы цена будет вполне неплохая. С учетом того, что это все с Алиэкспресс заказано с бесплатной доставкой в Украину. То есть, пожалуйста, есть вот это вот все. Как говорится, ну, ссылку на товар я оставлю в описании. Переходите, заказывайте. Либо же обращайтесь ко мне. В личку пишите. Ну, вы сами знаете, лосики ставите на канал, подписывайтесь. Колокольчик тоже нажимайте, дабы не пропускать последние уведомления. С вами был я, Александр, и вы находились на канале «Китай в топе».